11 декабря. Камышин. Город захвачен в снежный плен. Ладно бы снег, но метель-то зачем? Чтобы заснять безобразие, которое наблюдалось еще ночью, штатив брать не стал, все равно сдует. Вот она, русская зима. У сознательных граждан давно заложился инстинкт поливать грязью коммунальщиков за отмазки, что она пришла, как всегда, неожиданно. Лично я, гуляя по городу, наблюдаю оперативность с их стороны. Но не то чтобы оперативность, но не сидят сложа руки. Транспорт буксует как может, включая и общественный. В данный момент погоду не волнует, какая на нем резина. Да и самого транспорта в большом количестве не наблюдается, так как немногие решились его испытать. Лопата бесполезна. Сколько ни убирайте снег, наметет потом еще больше. По данным местных средств массовой информации, ни один автобус в Волгоград и Саратов сегодня не выехал. Но правильно, перевозчики ж не самоубийцы. Да и на личном транспорте камышанам не рекомендуют выезжать за пределы города, пока оборзевшая метель его терроризирует. Но трасса пока официально не закрыта, и испытывать судьбу вам никто не запрещает. Хотели зиму? Нате! Опять зараза до апреля задержится.